В Одессе на учениях «Сибрис» военные из 19 стран приступили к практическим заданиям. Сегодня свои умения демонстрировали межнациональные подразделения водолазов, а украинские пограничники отрабатывали довольно сложную задачу – десантирование на поверхность воды без парашюта. Они прыгали с вертолета, который находился на высоте 7 метров и летел со скоростью 30 километров в час. По легенде, после десантирования группа должна была добраться под водой до объекта условного противника и нейтрализовать охрану. Пограничники с заданием справились. Я напомню, учения «Сибрис» продлятся 2 недели. Военные операции будут отрабатывать на воде, на суше, в Одесской и Николаевской областях. В этом году впервые координировать все действия будут удаленно с борта американского корабля «Маунт Витни». Корисно для наших військовослужбовців тим, що дає можливість відпрацювати безпосередні дії, можливість перевірити моральний стан військовослужбовців, персоналу відділів, є готовність їх до екстремальних дій.